Западный Казахстан. Полуостров Мангышлак. Утро. Сильный холодный ветер. Сегодня у нас на завтрак Ролтон. Наконец-то. Дождались. Грустные. Это было самое холодное утро из всех утр. Из-за ветра. Он шел из долины и прямо-таки засасывал туда. Близко к краю подходить было страшно. У нас была с собой теплая одежда, и это был единственный раз, когда мы всю ее надели. Время 7:26, мы трогаемся. Куда? В Бекетата. Мы уже говорили, что находимся в Устюртском заповеднике, и нам удалось увидеть устюртских муфлонов и джейранов, которые занесены в Красную книгу. Главные враги этих животных – волки и браконьеры. Посмотрите на эти пейзажи, невероятные места. Современный облик плато сформировался сравнительно недавно, около 10-20 тысяч лет назад, в результате неоднократных наступлений и отступлений Древнего Каспийского моря. Я думаю, вы уже поняли, что и здесь раньше было море. Дискотека, 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 это дискотека века. Хей, диджей, битмейкер, уличный денсер, шейкер, шейкер, патимейкер, 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 патимейкер. Йоги-ноги на угли, зимой на ноги угли, мы танцуем буги-вуги под ай-люли-люли. В общем, ведем репортаж мы с места событий. Плато Устюрт, значит, так, здесь вот обрывы везде, там, горы, скалы, образование. Я, говорит, думаю, что я самая разумная. Нет, я не думаю, это я знаю, а что Бекетата, это я вот... Ну, давай. У Кости немного спускает колесо, так что он периодически останавливается на подкачку. Впереди виднеется некрополь, который я по наивности приняла за Бекетата. Нет, до нее еще долго и мучительно. Очередная развилка. И даже используя навигаторы, треки, невозможно сразу понять, какая из дорог верная. Надо проехать какое-то расстояние по ней, а на жаре любой лишний километр в тягость. Какой-то некрополь. В интернете не удалось найти о нем информацию. Вот мы достигли места, где... Нам воды могут налить, нальют, точнее, солнечная батарея. А для чего солнечная батарея здесь? Вот это. А для чего солнечная батарея? А, свет от нее, да? Пополняем наши запасы. Ну, теперь нам до Бекетаты-то хватит. Этот егерский домик находится рядом с тем некрополем, и от него до Бекетаты предположительно 35-40 километров. Все зависит от выбора дороги, которых тут много. Вот он ты какой. Мощная челюсть. Главное не встречаться с самцами во время гона. Они смертельно опасны в этот период.
Вот, Костя все подсдувает колесо. Сегодня утром у меня было сдутое, да? Задние проколы были, да? Да? Да. А у тебя были? Нет, у меня почему-то не имеет. Восьмой прокол. Восемь. Как меняется камера? Это в следующий раз ставят. Почему? Что-то есть. Надо осмотреть покрышку. Да, да, не проколет. Не, ну с этой стороны она. Пока ребята чинятся, я решила прогуляться и пофотографировать. Хотя свет уже не очень. Необычные ощущения здесь. Взгляд ни во что не упирается. И всегда ощущение сухости во рту. Да и не только во рту. Были бы мы на машине, мы бы обязательно проехались по этой дорожке. Катя ведет записки. Сегодня встала пораньше, зевнула, легла опять спать. Про сегодня я еще не писала. А, вчера. Даже не вчера. Вот мы пролетели в Актау. Здравствуй, аэропорт Шереметьево. Пишу тебе из степи, с плато Устюрт. Да, Мангышлак богат на древние памятники, некрополи, храмы. Плато Устюрт еще мало изучено, поэтому поделиться с вами информацией о наших находках мы не можем. Меньше чем через полчаса прокол у Кати. Да, очередной прокол. Блин, ну это вообще... Искать тень среди могил. Говорят, оставляют деньги нуждающимся у некрополей. У могил. Мы решили поискать здесь тенечек. Заклеили, поменяли только мое колесо, собрались уже ехать, и у Сережи сдулось. Два подряд. Две вообще нет. Две у Сережи подряд. А у тебя еще одна сдулась? Это же. Вот так вот это место нас никак не отпускало. Надеюсь, сейчас уже отпустят. Не отпустила, так как выбрали не ту дорогу и пришлось вернуться на этот перекресток у некрополя. Бросили монетки и все-таки вырвались. Уже не первую табличку встречаем. Какие-то химические захоронения или... Непонятно, что такое здесь. Конечно, мы не знаем точного значения этого знака. Подскажите, пожалуйста, в комментариях. Ближе к Бекета-Ата дорога превращается в такие вот разъезженные колеи и вот такой пухляк, как цемент на дороге, который летит из-под колес. Ну, в общем, все в пыли, и мы все в пыли. Я очень сильно устала. Очень сильно. Я думала, что я сильный человек. Здесь я поняла, что это матом хочется что-то сказать. Тат. Не знаю. Это просто жесть. Просто жесть. Давай, осталось. То есть теперь, если я когда-нибудь поеду на Мангышлак, только на машине, да, линзы я уже даже не могу одевать, потому что в палатке все в пыли, песке все летит. Это оказывается на линзах, потом на глазах все щипит. Сегодня приходится вот так ехать. Глазам отдохнуть хоть дать. Жесть. Вот я готова расстелить такую пенку вот здесь и лежать целый день. Главное тенечек сделать и все. Велики у нас повернуты в ту сторону, следовательно, ехать нам туда. Я уже начинаю, полежав, вон смерч. Дезориентироваться. Где? Кость, по какой ехать-то?
Бекитаты. Вон там Бекитата. Мы ее почти достигли. Как говорят, что случайно в это место никто не попадает, как говорят там. Вот. И что это очень такое сильное место. Что оно даст нам, мы скоро узнаем. Но добираться было тяжело, честно. Ну, потому что мы пошли не тем путем, которым все идут. Нет, все идут на машинах. Ты про это? Так все. Мы на территории святого места Бекитата. Снимать внутри нельзя, только окрестности. Здесь нас очень радушно встретили, накормили и разрешили остаться на ночь. Сама подземная мечеть очень маленькая. Мы попали на намаз и вместе с другими верующими помолились. Несмотря на то, что это не наша религия, мы все испытали от молитвы чувство спокойствия, умиротворения и, может быть, даже ощутили связь с чем-то неизведанным, но прекрасным. И это не преувеличение. А еще здесь есть вода. На самом деле мечети на Мангышлаке служили ориентирами для людей. Их строили рядом с источниками воды. Статуи Архарам и Гепарду. Последний, правда, вымер в 60-е годы. В легендах о суфии Бекитата Архары, устюртские муфлоны, частые персонажи. Мечеть Бекитата является одним из самых посещаемых мест полуострова Мангышлак. А старца Бекитата почитают во всем мусульманском мире. Мы в Бекитата. Здесь такое место, здесь можно переночевать. Здесь очень все приветливые, доброжелательные. Здесь такой большой стол, дархастан, пьют все чай, едят сладости. Вот вечером бешбармак подали. Вот внизу там похоронен сам Бекитата, можно спуститься, вот, отдать долг, так сказать. Вот мы спустились, там была как раз такая небольшая намаз, наверное, или намаз. В общем, мы там побыли. Вот, и чего? Думали мы все, как нам уехать, нашли вроде бы как способ. Вот, завтра в 9 часов за нами приедет таблетка. Да, приедет таблетка. Ну, у нас все называют буханками, у них таблетками. Бекитата. Такое место. Сюда много едут паломников, иностранцев, много со всего мира. Мусульмане сюда едут. И не только, кстати, мусульмане. Здесь говорят, что как бы любой религии, любой национальности. Ну, как Бекитата считал сам дедушка, что национальности много разных, религий много разных, но все от одного Бога.